Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня посылочка, я прямо сейчас при вас ее распакую. Посылка пришла ко мне из города Тула от представителей фирмы «Доктор Бауман». Я прям при вас ее раскрываю, я даже не буду делать никакие, как сказать... дубли. Так, откуда? Где здесь вверх, где здесь вниз? Будем делать там, где удобнее, где ровнее. Вообще до сих пор, как сказать, не верю в происходящее. Очень приятно, правда. Доктор Бауман, насколько я поняла, это косметика, профессиональный салонный уход. Плюс у них есть декоративка. Мальчики и девочки, сори за мой маникюр. Сори за то, что меня нет в кадре. Вот такая посылочка. Ничего себе. Посмотрите, сколько здесь всего. Вот здесь вот тенюшки. Они в такой отдельной упаковочке. Они доехали в отличном состоянии. Все видите. Значит, вот здесь у нас всевозможные блески, помады, кисточки, туши, подводки. Я оставлю ссылку, вы сможете попасть на сайт. Вот, молочко очищающее. Вот здесь все по-русски, можно проверить. Так, что здесь? Вот какая-то такая VIP. Давайте откроем. Я думаю, всем интересно. Так, что это? Это тоже пробнички. И тут еще пигменты, пудры. Боже мой, как здорово. Какое все мимимишное. Это вот их коробочка красоты. У них есть своя коробочка, вот такая она малюсенькая. И еще тут много-много чего интересного. Давайте румяшки. Так, это оттеночек. Это просто цвет роза. Так, это у нас пудра. Вот она такая. Да, вот здесь спонжик. Очень, кстати, приятный. Очень здорово. Спасибо большое. Спасибо большое тому, кто это сделал. Вот это флюид. Я думаю, всем интересно. Сейчас сразу консистенцию опишу. Запаха почти нет, как в любых профессиональных средствах. В общем, ну и тут такие красивые восьмерочки, как будто бы. Любимая цифра у меня 8. Вот здесь еще пакетики. Вот они, доктор Бауман. Профессиональная косметика, салонный уход, вот сайт, вот телефон. В общем, кому интересно, кстати, я почитала, там были очень хорошие отзывы от очень-очень крутых профессионалов. И здесь... полное руководство по правильному выбору косметики для домашнего ухода. Вот так это все выглядит. И здесь письмо мне. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Ну и как обычно у блогеров бывает, зазвонил телефон. Всех люблю, всех целую. Оставайтесь на моем канале, подписывайтесь. Обожаю вас. И большое спасибо за... Ну и без штатива. Упаковка имеет такое матовое покрытие с золотыми надписями. Она не оставляет такой вот заляпанности, как глянцевые. Вот здесь подобраны мне правильным образом специалистами уход, потому что на сайте вы заполняете анамнез, пишите, что вас не устраивает в вашей коже, что бы вы хотели исправить и над чем бы хотели поработать. Лично вы, ну, то есть, что вам бы хотелось в себе изменить. И именно эта фирма, она работает таким образом. Это очень круто, это очень здорово.
Еще раз огромное спасибо за посылочку. Это такое прям открытие, да, то есть то, что вот я сейчас сделала, открыла. Ну и, конечно, если вам интересно, как оно будет работать, а работать оно будет великолепно. Я вот вам сейчас прямо показываю сводч тонального на руке. То есть вот у меня, в принципе, эта рука, она такая профессиональная. Вот это место всегда было самым белым. Но вот сейчас, когда я нанесла флюид, кожа распрямилась без всяких баз, без всего. То есть вообще здорово. Уже как бы просто по флюиду, по вот этому, сори, вот он. Да, по вот этому флюиду уже просто впечатление самое отличное. Он ложится ровно, матово, не блестит, морщинки никакие не видно. В общем, все очень здорово. Еще раз огромное спасибо за подсылочку. Обязательно все попробую. Вот так выглядит все содержимое в разложенном виде. Сегодня потрясающий солнечный день. Он, как сказать, он меня радует не только своей погодой, но и тем, что произошло. Вот. Всем спасибо за внимание. Всех люблю, всех целую. Сводч и прочее, прочее. Если вам интересно, я обязательно сделаю. Вот парочка кисточек. Кисти изумительные, вот эти две. А вот одна, это как раз такой рыжий синтетический ворс, как раз как я люблю. И вот поработаю вот с этой вот кисточкой. Они очень классные. То есть сам вот этот пластик, он такой матовый, очень приятный для рук. Но я еще пока не все открыла. Вот мультиактивные липосомы. Они что-нибудь. И вот такая вот коробочка маленьких миниатюр, которые мне подобрали в соответствии с анамнезом. То есть анамнез вы можете заполнить на сайте, указать ваш возраст, тип кожи и что бы вы хотели исправить. Я это уже говорила, но повторюсь, ничего страшного. Вот. Пока-пока.